Итак, поднимаемся к крепости. Второй. Фу. Да, тут с амуницией подниматься было, мам, не горевай. Такая башня наверху горы. Пока до нее доберешься, чтобы ее захватить, 10 раз убьют защитники этой башни. Так, ну вот. Сама Балаклава. Набережная, бухта. Ну а дальше по набережной пройдемся, посмотрим. Стоят прогулочные корабли. В принципе, по набережной идешь, предлагают прогулку на катере, на яхте. Ну, сейчас не сезон, недорого просят, как бы. Здесь еще есть музей подводных лодок. Не знаю, сегодня попаду я, нет. Посмотрим. Так. Что-то мне дальше наверх-то не хочется подниматься. Ну давайте зайдем в крепость. Если зайдем здесь. Стена. У Куприна в рассказе «Листегионеры». Листегионеры — это балаклавцы, греки, рыбаки. Во время Крымской войны существовало поверье, что ополчение, которое представил балаклавцы, приехал, посетил император. И когда строй ополченцев, рыбаков, стоял в строю, император поздоровался, сказал: «Здравствуйте, ребята». Строй ответил молчанием. Он поздоровался еще раз: «Здравствуйте, ребята». Строй опять молчал. Тогда император спросил: «В чем дело? Почему они не здороваются со мной?» На что командир ответил: «Тут нет ребят. Тут все капитаны». Да. Если с амуницией подниматься в город, мам, не горевай. Фу. Ой. Так, ну вот, на самый верх добрались. Еще отсюда снимаю. Там наверху еще одна крепость. Туда уж подниматься я не буду. Вон тоже люди идут потихоньку. Туристы, наверное. Сама набережная. Дальше там море уже. Это бухта. По преданию, может, не по преданию,
куплена у того же. Было, не помню в каком рассказе, опять же про Крым, то есть опять же про Полуглаву, что во время Крымской войны затопнул парусник английский, который вез золото армии Великобритании, которая именно находилась в Полуглаве во время шторма. Очень много его пытались найти, но так и не нашли. Вот, он утонул так золотом, что до сих пор найти не могут. Приезжали итальянцы, приезжали другие, все пытались найти остатки этого корабля, но, к сожалению, не нашли. Мои ноги на краю. Так, ну ладно, дальше пойдем. Буду записывать видосы в группу. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Кому интересно, то